Европейский парламент большинством голосов поддержал введение в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата. Этот документ, как ожидается, позволит тем, кто сделал прививку, свободно перемещаться между европейскими странами без прохождения дополнительных тестов на COVID-19 и без соблюдения карантина после путешествий. Результаты вчерашнего второго голосования таковы. Цифровой сертификат ЕС на COVID одобрен. Поправки 2 и 3 одобрены, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли. Речь идет о вакцинах, централизованно одобренных в ЕС, но государство-сообщество получит право самостоятельно признавать у себя и другие препараты. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Документ содержит три варианта данных. Информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Систему планируется запустить с 1 июля. Но она уже работает в тестовом режиме. Коронавирусный сертификат получили более 1 миллиона европейцев.